Пошел по ягоды, а обнаружил человеческие останки. О необычной находке в полицию накануне сообщил мужчина. Вблизи взлетной полосы ДСАА в железнодорожном районе он обнаружил отдельные части человеческого скелета. Следователи начали проверку. Ульяновским следственным комитетом проводится проверка по факту обнаружения 14 июля человеческих останков возле взлетной полосы в поселке имени Карамзина города Ульяновска. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, опрашиваются жители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.